Всем огромный привет, друзья. Привет, мои хорошие. Я хочу, перед тем, как начать свое видео, я хочу выразить огромное соболезнование Лорочкиной семье и канал «Маршруты моей жизни». И сегодня с нами не стало еще одного бойца. Бойца с этой заразой, с этим врагом нашим, да, с онкологией. Лорочку я могу смело назвать бойцом, потому что она стойко боролась с этим, не ломалась, всегда улыбалась. Можно было у нее многому поучиться, ее доброте, ее вот этой вот лучезарности, открытости. Замечательный человечек. Сегодня, если честно, нам эта новость выбила очень сильно почву из-под ног, потому что у меня и мама ее смотрела, и я ее смотрю. И я очень расстроенная, прям, не знаю, прям вот душа разрывается, если честно. У нее можно было чему поучиться в плане ее вот улыбчивости, доброты, открытости. Вот я, допустим, на хамство могу резко ответить. Я ничего, ну, говорю, вот, ну, я вот такая. А она вот как бы ей в душе не было больно, как бы там ее не ранили эти хейтеры, она все равно старалась всегда вот так вот улыбаться, с так вот с теплом. Вот. Ну, теперь единственное, что можно сказать, что ей там уже хорошо на облачках. У нее уже ничего не болит, ничего, и она будет, знаете, как ангелом-хранителем для своей доченьки. Потому что мальчишки уже взрослые, да, уже свои там семьи. Кай тоже взрослый мужчина. Да, ему, конечно, тяжело. Безусловно, тут нельзя сказать о том, что ты взрослый, значит, ничего страшного. Но мне кажется, в этом случае тяжелее всего это Селинке. Потому что еще подростковая психика такая, не такая уж и крепкая. И травма, и травма это на всю жизнь. Ну, мне кажется, к этому ей нужно будет сейчас, на данный момент, больше всего уделить внимание, потому что это страшно в столь раннем возрасте потерять маму. Это большое горе. Вы знаете, я прошу прощения, может, за свои слова, вот эти вот такие несвязанные, потому что, если честно, это очень сильно вот так вот дало, знаете, под дых, потому что я все-таки верила, надеялась на то, что она сможет еще немножечко побороться, да, но она и так огромная умничка, да, по-моему, 2 года. 2,5 где-то года, по-моему, что-то вроде этого, да, она смогла еще вырвать такую вот жизнь здесь, с нами, в кругу. Она молодец, боролась до последнего, цеплялась за жизнь, за все, что можно и нельзя. Ну, в нашей памяти она всегда останется для нас добрым, светлым, лучезарным человечком, таким, я не знаю, вот как не как любое видео, какое ее не откроешь, она всегда улыбается, всегда такая с горящими глазками. Ну, в общем, пусть будет ей земля пухом и царство ей небесное. Фу. Я еще буквально, вы знаете, несколько дней назад мне попалось ее видео в рекомендованных, где она танцевала такая в лосинчиках, она еще там такая вся, ну, при формах, и она такая, ну, вообще, я так с удовольствием, я уже видела, конечно, это видео, ну, вот, буквально несколько, да, дней назад опять оно у меня появилось в ленте. Я его с удовольствием посмотрела.
И еще так про себя думаю: Лорчик, держись, держись, моя хорошая. Видите, и гиптрал этот, и все, и присылали эти препараты. Я ей тоже писала много где, писала и на почту, и в Инстаграм. Ну, я понимаю, что ей было не до этого. Она не, ну, ничего этого не читала. Говорю, может, нужна какая-то помощь, то я бы постаралась бы здесь, в Испании, найти эти препараты, помочь человеку. Но, увы, такова у нас жизнь, и ничего с этим не поделать. Ну, а всем нам, и кто в диагнозе, и кто в диагнозе, кто не в диагнозе, наша жизнь продолжается, так что мы продолжаем дальше бороться, дальше жить, и вот такие вот моменты заставляют, наверное, где-то в какой-то мере пересмотреть свои позиции, свои взгляды, свою жизнь. Вот. Как у меня, ребята, обстоят дела? Я потихонечку шкандыбаю, еще никуда не выхожу дома, но, скажем так, уже лучше, но не так, как бы хотелось. Вот, колено немножко выделывается, да. Вот, хожу еще очень так нестабильно, слабо, потому что, в общем, ну, все мелочи. В общем, я хожу, да, но еще не так, как хотелось, еще на улицу никуда не выхожу, потому что все время с перебинтованной ногой. Ну, вчера пыталась уже на кухне, конечно, хозяйничать, вот, чем-то побаловать своих, потому что Макс мой как приехал с рейса, я еще для него лично ничего, ну, что-то такое не готовила, никакие вкусняшки, потому что то не было сил, то нога, ну, короче, то одно, то другое. Вот, вчера думаю, так, давай потихоньку, вот, то вчера сделала и чизкейк, и запеканку, в общем, все, и паштет, вот, сделала и рыбный суп сварила, ну, короче, наготовила для своей семьи всяких вкусняшек. Вот. Мамуля моя сейчас крутит блины с мясом. В общем, все, что папа любит, все вкусняшки. Да не только папа, все они просто они едят одно, я ем другое. Вот, потому что я себе, допустим, если они там жарят себе пивную там или буженину, там что-то такое делаю, то я себе все там парю. Парю, отвариваю, ну ничего, все с поджелудочной уже, слава богу, все идет на поправку лучше, чем было, да. Вот 3 числа я иду к своему онкологу. Я уже говорила, что я перенесла это все, ну, свои вот эти вливания. Вот. Опять же, я вас услышала, я прочитала ваши комментарии, ваши мнения имеют место быть. Я абсолютно с вами согласна, я вас услышала, но, как говорится, у меня все равно свое мнение, да, и своя голова на плечах, и мне решать, как оно все будет. Вот. И по поводу еще последнего видео, по поводу того, что я упала. Может быть, я не так высказалась, может, люди так слышали, в общем, не знаю как. Скажу, когда я упала, я не теряла сознание абсолютно. Нет, просто я была в полном сознании, вот просто, знаете, подняло и бахнуло. Все. То есть, потому что мне начали писать, что я часто стала терять сознание, там, нет, ребята, я никакого сознания не теряла, вот, скорее всего, просто поехала нога, или я это вот, когда вот, знаете, в шоковом вот этом состоянии не поняла, то есть, не знаю как, но, то есть,
с головой это никак не связано, то есть ничего не крутилось. Говорит, может, у тебя просто вот кружится голова, и ты падаешь. Нет, в тот момент у меня ничего не крутилось, все было при мне. Ну, скорее всего, просто подскользнулась, но я даже не поняла, как это случилось. Вот такие вот дела. Сегодня мне надо забирать МРТ. Вот, оно сегодня готово. Но я уже 3 дня не могу записаться к своему семейному врачу для того, чтобы пойти забрать свой ответ. Я записалась, конечно, на 4-е число. Ближайшая дата была к семейному врачу только на 4-е число. Или же пойти, допустим, вот там, где ты делал, ты не можешь туда пойти в окошечко, в эту, ну, скажем так, регистратуру, да, или как приемную, да, в эту. И ты не можешь пойти и забрать. Так что я не знаю, и мне бы, конечно, не хотелось бы дальше ничего пропускать или что-то предпринимать, что-то делать. Получается, у меня тогда вливание, получается, 3 числа, а семейник есть только на 4 число. Но я не могу больше позволить себе пропускать этого. Ну, не знаю. Вот, дала Юле документы, все это она будет ехать вот, в обед. И заедет именно не в поликлинику, а именно в госпиталь, там, где я делала, и постарается что-то сделать для того, чтобы получить мой ответ. Было бы, конечно, очень здорово, потому что если не получу, то уже даже не знаю, что делать. Наверное, тогда, ну, какой будет ответ, такой будет, а придется мне идти 3 числа и вот и капаться. Сказать, что нет страха, а страх просто неимоверный. Боюсь опять в новых вот этих повторений, опять новых болей, потому что, как бы там ни было, очень тяжело, когда ты из дня в день уже чувствуешь себя какой-то там, я не знаю, старой бабкой, которой там уже с 90, у которой каждый день что-то болит, там боль, там коля, там еще что-то. Вот. Некоторая там женщина мне писала, вот что ты там все время ноешь. Между прочим, я очень такой жизнерадостный человек, но дело в том, что у меня влоговый канал. Я рассказываю на своем канале, что происходит в моей жизни, да. Это не то, что я открыла канал тогда, именно когда у меня настигла моя болезнь. То есть у меня не онкоканал. Просто я вела свой влоговый канал, и пришел тот момент, когда в мою дверь постучалась онкология, да. Вот, и я теперь с ней борюсь. И если вот мне, допустим, сегодня, то вот нехорошо сегодня, там опять завтра какие-то причуды, я о них рассказываю, а не от того, что мне хочется поныть или что-то хочется, ну, хочется пожалеться там или еще что-то. То есть вы или принимаете, или просто разворачиваетесь и идете на другие просторы интернета. Вот и все. Вся проблема. Ну, вот такие вот у меня дела на сегодняшний день. Пытаюсь с собой договориться морально, да, настроиться, что и надеяться на то, что все будет хорошо, что больше вот этих, как последний, предпоследний раз не повторился. Но что хочу сказать, сейчас у меня, конечно, все хорошо, ничего не болит. Я по-прежнему придерживаюсь строгой диеты в плане того, что только все на пару, отварное, и все в таких, скажем так, в небольших порциях. Ну, уже ввела и отварное мясо, и отварную курицу. Если поначалу мне еще от этого было очень плохо, ну, то сейчас уже нормально.
Ну, боюсь о том, что если пройду опять Авастин, и будет наша песня хороша, начиная сначала. Ну, не хочу особо тоже, знаете, в это все, потому что закончить это нужно, я прекрасно это все понимаю. Но боюсь о том, что если пройду в Ливане, опять начнутся вот эти вот все качели. Ну, ничего, что поделать. Что-то будем решать, что-то будем делать. Все, ребят, спасибо, что вы были со мной. Вот. Пишите комментарии, ставьте лайки. Все у нас будет хорошо. Главное, берегите себя, берегите своих близких. Мы победим, мы сильны. Все, кто в диагнозе, я всем желаю пожизненной ремиссии. Все будет добре. Пока-пока.